КСК «Уникс» состоялась игра женской сборной по баскетболу чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Команде Казанского федерального противостояла сборная энергетического университета. С первых же минут лидерство завоевала команда КФУ. Казалось, что победа уже в наших руках. Но к третьей четверти команда энергетического университета стала заметно догонять нашу сборную. Однако баскетболистки Казанского федерального вовремя смогли собраться и одержали победу со счетом 51-47. Были хорошие отрезки у команды университета, были хорошие отрезки у нашей команды, но в итоге все-таки в вашей команде, в команде университета оказалось немножко больше опытных игроков, которые держали всю игру и ситуацию под контролем. Для нашей команды это уже вторая игра и вторая победа. Мы в один момент собрались, и в конце нам было очень тяжело. Мы слили всю концовку, но в итоге у нас получилось выиграть за счет опыта, за счет тренировок, за счет наставления тренера. Анна Глазунова, Денис Панкратов, Универ Ньюс.